Добрый день. Меня зовут Елена Юрьевна. Я педагог дошкольной группы школы 1517. Ребята, я рада снова встретиться с вами в нашем читательском клубе. И сегодня мы поговорим с вами о сказках. Что же такое сказка? Сказка – это занимательные рассказы о необыкновенных, вымышленных волшебных историях, событиях, приключениях людей, зверей и предметах. Сказка учит нас добру, учит быть сильными, учит верить в то, что зло обязательно будет наказано, а добро победить. Сказки бывают народные, их сочинил народ, и авторские, которые написал автор. Давайте же вспомним, какие авторские сказки вы знаете. Это сказки Владимира Сутеева, сказки Шарля Перро, Александра Сергеевича Пушкина, сказки братьев Гримм, Андерсона. И сегодня я предлагаю вам послушать сказку Владимира Сутеева «Под грибом». Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться? Увидел муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит под грибом, дождь пережидает. А дождь идет все сильнее и сильнее. Ползет к грибу мокрая бабочка. «Муравей, муравей, пусти меня под грибок, промокла я, лететь не могу». «Куда же я тебя пущу?» – говорит муравей. «Я один тут кое-как уместился». «Ничего, в тесноте да не в обиде». Пустил муравей бабочку под грибок. А дождь все сильнее идет. Бежит мимо мышка. «Пустите меня под грибок, вода с меня ручьем течет». «Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. Потеснитесь немножко». Потеснились, пустили мышку под грибок. А дождь все льет и не перестает. Мимо гриба воробей скачет и плачет. «Намокли перышки, устали крылышки, пустите меня под грибок, обсохнуть, отдохнуть, дождик пересдать». «Тут и места нет, ну подвиньтесь, пожалуйста». Ладно, подвинулись, нашлось воробью место. А тут заяц на полянку выскочил, увидел гриб, «спрячьте», кричит, «спасите, за мной лиса гонится». «Жалко зайца», — говорит муравей, — «давайте еще потеснимся». Только спрятали зайца, лиса прибежала. «Зайца не видели?» — спрашивает. «Не видели». Подошла лиса поближе, понюхала. «Не тут ли он спрятался?» «Где ему тут спрятаться?» Махнула лиса хвостом и ушла. К тому времени дождик прошел, солнышко выглянуло, вылезли все из-под гриба, радуются. Муравей задумался и говорит: «А как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось». «Ква-ква-ква!» – засмеялся кто-то. Все посмотрели, на шляпке гриба сидит лягушка и хохочет. «Эх вы, гриб-то!» Не досказала и ускакала. Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и в пятером место нашлось. Ребята, а вы догадались? Правильно, гриб-то вырос. Понравилась вам сказка? До скорых встреч в нашем читательском клубе. Не болейте.